В Самаре 24 октября состоится областной форум семейных сообществ «Родные и любимые». Об этом сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с дворянской». Форум объединит семьи для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. Что ждет участников форума, рассказали в карточках. Но это далеко не все. Заполняйте заявку и получите возможность круто провести время всей семьей. Более 1 миллиона жителей региона сделали прививки от гриппа. Об этом сообщает администрация Куйбышевского района. Особенно важно прививаться жителям, находящимся в группе риска, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным и маленьким детям. Прививка на 56% сокращает осложнения от ОРВИ, на 53% в небольничных пневмоний и наполовину снижает риск госпитализации. Двойная вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции у жителей старше 65 лет позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. В самарском бизнес-инкубаторе прошло заседание круглого стола «Будущее Самары глазами молодежи» в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Об этом сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. В обсуждении принимали участие члены общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара, которые делились своими идеями и предложениями по развитию города. Обсудили развитие инфраструктуры и транспорта в городе, создание новых рабочих мест, развитие образования в Самаре, создание удобной среды для жизни и отдыха.